Ладно, сейчас сыграет Юля, начнем потом насчет капусты еще. Насчет капусты. Вот. В общем, давайте друг друга радовать сотворчеством, помогать друг другу, слушать. Поехали. Юрий Северянин. Ну, главное, чтобы голос был слышно. Ну, я спою. Спою, надо микрофон говорить. Я спою пару своих песен, вот именно своих. Первая будет, в микрофон говорю. Первая называется «Научи меня быть». Подогни его к себе. Что? Подогни его к себе. Не, мне просто неудобно. Я просто дутик. Расскажу тебе про то, что так сильно люблю, что лелею в душе и от чего я плюю. Этот день, он уже твой, просто возьми. Расскажи про то, как тесно и душно внутри. Каково быть замком, запираемым на ключ изнутри? Просто бери, просто веди. Этот день не похож на вчера, как и все эти дни. Кто-то строит мосты, а кто-то жжет корабли. Хватит всем места в объятиях любимой земли. Этот день лишь маленькая жизнь, получше взгляни. Нет таких вершин, что изначально не касались земли. Таких ночей, перед которыми бессильны огни. Просто бери, просто веди. Новый день, научи меня быть. Следующая песня называется «Берега». Thank you.
осколки все горело в руках. Ничего не ждал, звезды не хватал. Ничего не ждал, двери закрывал. Не растаешь. Северянину. Тебе близок поэт Северянин? Или это никак? Ну, когда я вот себе брал этот псевдоним, я еще не знал такого поэта, поэтому все честно. Поэт действительно классный. Очень. Ну, один из великих Серебряного века. Его очень уважаю. Ну, зауважал, когда узнал о нем. Ясно. Но конкуренции ты не боишься с его стороны? Нет. Ясно. Хорошо. Так, у нас Юрий Северянин. Или Юра Северянин открыл наше сотворчество. Сейчас Григорий готов? Тачку. А? Не выключаюсь, да? Да. А, еще один маленький секрет вот насчет эффекта. Да, если вы поверите.